Итак, задание «Реквием». Клэр попросила нас отправиться в дом престарелых, который раньше находился на курорте Сильвершор. Возможно, ее интересует какой-то исторический объект. Отправляемся в курорт. На курорт. Будем отдыхать. Якорь разлома тут. Деревня Сильвербич. Курорт Сильвершор. Все, летим туда и выполняем задание. Реквием. Ну и попутно ящики там ищем. Якорь активируем. Я задание буду читать. Окей. Хорошо. Тогда не придется всем лазить. Будем тебя... Нет, ну у вас же тоже задание. Вам тоже надо тут это разтыкать. Ну, тыкать быстро мы будем. Здесь одни руины должно быть. Похоже, здесь все разграблено и кишит иными. Могло тут вообще что-нибудь остаться. Странно, уровень звездной пыли здесь необычайно высок. Лучше быть начеку. Там, где столько звездной пыли, обязательно есть довольно сильные иные. Бабочка летит на второй этаж. Mm-hmm. У вас, если задание выбрано, у вас тоже должно. Подожди, сюда, сейчас. Здесь залетаться не хочу. Обожаю. Лена, катана их вообще. Слушай, месяц как мясорубкой. Ферма. А я сегодня это... Город проходил, мне выпали чертежи на дубинку. Дубинку сделаю. На втором этаже ящик. А-а-а. Комплект сверхпрочной одежды. Фрагменты. Красный ящик тут, Лена. Блокнот медсестры. Эта тетрадь, должно быть, принадлежала врачу, а может быть, медсестре. Наверняка за нее можно что-то выручить. Давай отдадим ее КВР. Все задание выполнено. Отправляйтесь в высокую траву и выполните просьбу КВР. Ну, теперь это ящики ищем. Мистический. Якорь разлома. Да, якорь. Записки какие-то тут лежат. А люди у тебя тут не разговаривают, Герман? Нет. Если ты Q нажмешь вот в этой комнате, попробуй. Сейчас я пока наверху. Еще не все залутал. Где? В какой комнате? Внизу? Нет, не внизу. Где ты сейчас был? Где? Вот в этой комнате. Попробуй Q нажать. Нажимал ты тут? Вот нажал. Ничего не понял. Ничего нету у тебя? Не разговаривают люди? Нет. Интересно. У тебя что, люди разговаривают?
Нет, меня тут по квесту приводило по-другому, и у меня тут квест. А-а-а. Может быть, этот квест где-то внизу лежит, я не знаю. Ну, может быть. Мы же здесь, где медсестра, да? Это дом престарелых. Да. Да-да. Да, по дому престарелых тут есть еще один квест, но он активироваться должен у тебя здесь, наверное, на месте. Ну... А, подожди, нам же по балкону мы можем перейти в другой этот. Не знаю, где у меня тут... Балкон? Здесь нету балкона, Лена? У меня тут вот больше тут квестов нету. В ящике все собрали? Да. Вроде, да. Ну да, вот я помню этот бассейн вон ГОС. В каком же доме была эта записка? Ё-моё, она в каком-то доме есть. Ну, Леночка, увидим, дочь, увидим. Если найдете, скажете. А, так ты тут уже была? Значит, у тебя реквием-то выполнен? Какая разница? Мне все равно интересно бегать. По второму разу? Ну, почему нет? Вдруг-то я все равно получаю. Просто тут надо не забыть этот квест. Я даже не помню уже, что он дает. Может быть, когда мы вернемся к Клэр, поговорим. Будет продолжение и снова сюда отправим. По-моему, здесь, когда вот будем шариться, и он сам по себе активируется. А. Нет, блин, у него кто-то дал, и я сюда пришла. Здесь ящик на балконе из золота. По-моему, негритянка. Там ящик на балконе из золота, да? Да. О! Холодильник. А в холодильнике фруктовый пирог. А где? Так. А на третьем мы были, мы с этим. О, господи, ё-моё, я ж... Господи, я кирпичей наложила кучу. Из-за чего? Нужно новую базу отстроить. Там на улице... Там на улице босс стоит? Да. Ну давайте его поднимем. И у него там лежит сундук. Для оружия, по-моему. Здесь еще где-то рецепт должен быть. А вот, на столе, блин, рецепт консервов. Картофель фри. Вот, поднимай, потому что у меня он есть. Поднимай. Аня, иди сюда на кухню. Иду, иду, иду. Куда ты побежала-то? На кухню иди. Да подпусти, тут иду, иду. Вот туда иди на кухню. А, сюда? Там рецепт. Ага. Надо посмотреть, что за еда, которая кислоту больше дропать будет. Да. Потому что с них, с мобов кислота падает, а вот если бы мы эту еду скушали, она бы нам... Картофель фри чертеж. В увеличенных размерах валилась. Так, ну, давайте я, наверное, отсюда буду стрелять.
И кого, босса? Да. У меня снайперка есть. Где у него слабое место, только не знаю. А можешь везде бить. Я не везде этих дырок понаделываю сейчас быстро. Ой, медведь какой сюда полетел. Еще и взорвался. Нет, я ему не критический урон наношу, где-то у него критическое место есть. Я ему мало вообще наношу. Да, простенько. Штаны. Гидрокостюм. Ух ты, какие штаны. Хок Дак 4 шорты. Причем не такие, не с этого, я знаете, ну такие эксклюзивные, у которых бонусный эффект один. А тут в бассейне ящик, Аня. Да, я вижу. Здесь должны были снова включить штаны. Вот это вот месть. Так, что нам остается? Якорь и... А, ящики, да мы все нашли. Якорь только остался. Так, якорь у нас на берегу где-то внизу. Не знаю, может Клэр обратно потом снова нас отправит сюда. Вот здесь ящики. Вот в этом доме, по-моему, и была первая Ренка. Я не знаю, сейчас Герман придет. Поблизости обнаружен разрыв в пространстве времени. Вот, включи Ку. Пошли у тебя люди с ценка. Людей нет, а вот тут какой-то шар. Вот здесь шар какой-то. Ну надо Ку включать. А вот, сиделка, как вы себя чувствуете? О, не стоит беспокоиться. Я в порядке, помогите ко мне примерить этот новый шарф. Отличная работа, это для вашего соседа? Нет, я и пальцем не пошевелю для этой старой жабы. Это вам, дорогая. Это мне? Вы так добры к нам, вы заботитесь о нас после того, как все бросили. Хотела бы я иметь такую дочь, как вы. Я буду скучать. Тетушка, вы не поможете мне найти клубок голубой пряжи? Мне кажется, он упал где-то рядом с тем мусором. Секундочку. Вот он. Нашла. Тетушка, просмотр полевого документа. А что за выстрел? Не знаю. Она ее что, убила? Ой, а я даже и не смотрел, я читал текст. А правда, что они сделали? Убили, что ли? Не знаю. Сиделка. Формула импрессионизм 4, вот в этом шкафу. Ну, тебе повезло. Ну, никакого квеста не было, просто как бы, ну, такая... Ну, вот он уже начал, он у тебя активировался, всё. Не знаю. Где следующий? Нет, ничего не активировалось, ничего не добавилось. У тебя не добавилось, но это тайные квесты есть. Ну а да, а дальше как мне его выполнять-то? Ну, видишь, мы не с той стороны пошли. Я не знаю, вот в этом доме проверить, где я сейчас. В домах надо смотреть, Керни. Потому что в основном все дома тут закрыты. Я просто сейчас вот, уже не помню. Вон, этот дом открыт.
Герман, вот дом открытый. Просто ку включи, если у тебя будет опять вот этот шарик, этот разрыв. Нету? Нету. Ну тогда, возможно, вот в этом доме. Ну-ка, это, наверное, не квест, а просто, ну, такие картинки. Нет, это квест, за него будет лут. Поблизости обнаружен разрыв в пространстве времени. Вот, значит, здесь придется снова. Сейчас просто внимательно надо послушать, выстрел или нет. А первого это кто был? Бабушка, да, по-моему? Тетушка, тетушка. А, сиделка и тетушка? А сейчас кто? Так надо найти, где этот разрыв, я пока не вижу. А, вот, вот здесь. Иди сюда, дитя мое, поздновато уже, да? Дядя? Ничего не надо говорить, просто возьми меня за руку. Я знаю, как много для нас сделано. Мы, старики, все ценим, спасибо. Я не дядя, я не хочу, не хочу. Эх, хотел бы я тебе помочь, но силы уже не те. Просто подержи меня за руку. Последний раз. Спокойной ночи, дитя мое. Ну, опять какой-то выстрел. А... выстрел, да. А кто стрелял? Все. Она дядюшку убила. Вот это сиделка, да? Так, а дальше? Ну все, один, я точно знаю, это там, где Герман кабинет, где-то вот в этом тоннеле. А вот в этом доме, вот, вот тут. Так, Аня, у тебя, раз ты тут не была, тоже такое должно быть. Тут же мы уже были. Ну так я ж тебе и говорила, что здесь в кабинете просто я то, что я не помню в каком. Я попробую в этом. А что там потом, ящик с наградой какой будет? Нет, награду ты получишь после того, как ты сдашь. Когда с Клэр поговорим? Да. Так а зачем эти видения искать-то, не пойму. Так не нашел ты вот в этом кабинете, нету, да, видений? Нету. Ну, значит, вот вот тут. Ты просто ку включай. Да. Есть тут где-нибудь? Нет. Тогда надо вниз. Ну-то я же тебе где-то показывала, где это должно быть. Сейчас. Здесь нету? Нет. Значит, надо идти на спуск. Аня, ты где бегаешь? Я тут тоже. Вот тут нету? Есть. Ну, иду. Около столика. Марло, это ты? Наконец-то ты меня навестил. Нет, мне кажется, вы меня с кем-то перепутали. А хотя, да, так и есть. Это я, твой муж. Что же ты так поздно, Марло? Тебя так давно не было.
Да, но теперь я здесь. Ты помнишь, куда мы идем? Бабушка, день рождения? Правильно, твой день рождения. Твои дети придут тебя поздравить. Скорее, мое пальто, где оно? Да вот же оно, слева от тебя. Поверни голову и увидишь. Да? Где? Почему? Я не могу найти. Опять выстрел. Старуха. Всё? Да, все. Опять выстрел был. Ой. Тут это какой-то холодильник появился. И нас заморозил. Герман, ну ты что? Нас заморозил холодильник. А, это метаморф. Повезло. Всё, собирайте гроб. А, так это вот то, что мы почитали из-за этого нам дали. Фруктовый пирог. Нет. Ну первый раз, когда я последний раз тут был, ну, не было холодильника. Так был. Был, я его собрала. Ой, смотри, кто появился. Ой, смотри, кто появился. Арбитр какой-то. Все, Герман, вот здесь должно быть последнее. Четвертое. Вниз бежим. Возле бассейна, где мы босса убивали. Блин, что-то мобы как-то уже быстро по новой появились. Или мы бегаем тут долго? Вот здесь где-то, да, вот в этом месте. Попробуй. Кто это? Кто это? Кто ты? Успокойтесь, это я, ваша сиделка. Помните меня? А, сиделка, конечно, помню. Ты напугала меня. Я подумал, что сюда пробрался какой-то незнакомец. Все в порядке? Да и что тут брать? Вы голодны? Все в порядке. Немного. Мне бы еще постель поменять. Поможете мне? Подождите минутку, я вам помогу. Кстати, я нашла конфеты. Хотите? Конфеты? Ничего себе, порадовали вы старика сегодня. Тогда закройте глаза. Просто закройте глаза и получите конфету. Конфеты? Ничего себе, хорошо, я закрыл глаза. А кто стреляет? Вы здесь слышал? Да. И сиделка убила, наверное, его. Убивает все. Теперь это надо будет взять этот квест этой. Ну, негритянка эта в кепке, как ее там, по-моему? Клэр. Клэр. А, ну вот, значит, Клэр все это сразу издаст. Ой, этот опять вылез. Вот мы. Да. Он медведями кидается. Да, он меня медведя кинул. Так, ну нам надо еще якорь активировать. Вот, вот туда. Куда-то. А вон там сундук еще тоже стоит. А там сундук стоит, да. Ну тут и заражение. Все заражено наверху. А вон радуга, вы видите радугу? Да. Ну там наверху последний дом, но я не помню. На нем, по-моему, просто такой друг. Если хотите, пойдем.
это, Герман, смотри, вон это. Руда, это необычная, как вот, видишь, а, смотри, звездная руда. Да, вот ее надо собирать. С одной кучки 100 штук не выпадает. Вот эта звездная руда, завод в зараженной зоне, надо построить завод, и будет вот эта вот руда добываться. А потом из этой руды делаешь источник звездной пыли. Там нужна вот такая руда и топливо. А источника звездной пыли надо... Карта на переработку. Много надо. Песня. Карта на переработку. Да, и у меня тоже. Надо, кстати, еще будет это, сходить на оборону. Там источник звездной пыли много падает. И колбочки. Оболочки эти. Так, ну все, можно отсюда это уходить. Все, мы тут все выполнили. А, надо вернуться. Нет. К Клэр. Ну как, что ты сюда не идешь? Вот так сюда, здесь же дроп еще, вот тут этот, с оружием ящик. Где? И здесь мини-босс. И здесь босс еще. Герман. Мам, подожди, не убивай, иначе Герман... А, ну да, да, хорошо, ладно, не убивай. Бегу. А я думал, уже курорт закончился тут. Нет, вот это последний дом. И в доме тоже гром. Там на улице какой-то Вася ходит. Светящийся. Ну вот, мы тебе это говорим. Герман здесь? Да-да. Матерь жизни. Какая-то медуза. Вы ящик-то взяли тут? Ничего она не дала. Ничего не дала. Как она не дала? Источник звездной пыли, одну оболочку второго уровня. И тут на добычу карта 3. Ну вот у нас карты есть, надо о, будет... Не, этот попался, этот... фиолетовый мод и дубинка, электрошокер. Чертежи? Фрагменты? Нет, сама дубинка попалась. А, уже готова. Я в городе фрагменты собрал, объединил, я могу теперь эту дубинку сам делать. У меня убитый прочность уйдет, я эту дубинку сделаю. У нее эффект такой же, как у нашего автомата. Всплеск энергии. На балконе ящик. Так, ну все, надо в высокую траву портоваться. Мы отсюда не портанемся. Нет, сначала домой надо.
На пристани еще маленький ящичек. Разрешение на переработку. Так, ну, портуемся тогда, что ли? А кто-нибудь знает, как животных ловить? О, нет, я этим не занимался. Ну, я не знаю тоже. В навыках ловушку надо изучить. И там уже с этой ловушкой что-то делать. Так, ну все, мы уже здесь все залетали. Да, я портуюсь. Домой, да, сначала? Да, потом в лагерь. Нам удалось найти блокнот, как и ожидалось. После звездопада там умерло много людей. Но это нормально, разве нет? Старые люди умирали и до того, как мир развалился на части. Тогда весь мир был полон горя и отчаяния. То, что случилось на курорте Сильвершор, было лишь каплей в океане пересохших слез. Удалось что-нибудь найти? Возьми это, Клэр, это принадлежало молодой сестре. Медсестре. Что это, дневник медсестры? Такой красивый почерк. И после всех этих лет записи практически не повреждены. Она держала их с собой до самой смерти. Наверное, она ими очень дорожила. Господи, такая грустная и трагическая история. Эта медсестра так любила своих пациентов, но из-за звездопада была вынуждена сделать с ними такое. Наверное, это было очень тяжело. Это поэтому выстрелы были? Да, она их, видать, убивала. Ее имени здесь нет. Но вы же упомянете ее в своей книге, правда? Конечно, спасибо. Я оставлю это себе, чтобы не забыть, через что мы были вынуждены пройти во время звездопада. Но какие жертвы нам пришлось, на какие жертвы нам пришлось пойти? Твоя помощь была очень полезна. Хочешь взять немного улучшений для модов? Просто не спрашивай меня, откуда они взялись, и не проси их больше, ладно? Детали, детали модов, звездная планула, оболочка. Задание Реквием выполнено. Откройте рюкзак снаряжения и найдите мод усиления. Откройте вкладку модификации для улучшения модификации. Открыл. Выберите имеющуюся у вас модификацию и нажмите, чтобы открыть экран улучшений. О, так мы уже это же делали. Так, а тут какая-то кнопка есть преобразование. А, это то, что Лена нам рассказывала. Нет, я что-то не помню, что это такое. Преобразование мода. Материал преобразования. Неулучшенные легендарные моды можно использовать как материал для преобразования модов. Как материал для чего? Неулучшенные легендарные моды можно использовать как материал для преобразования модов. Тут внизу видишь какие-то плюсики, сюда тыкаешь. Ой, смотри, какой есть мод.
Новая метка. Побеждая отмеченных врагов, восстанавливайте 15% здоровья и 25% выносливости. Хороший. Это помечать средней кнопкой мыши, это что ли, когда я так делаю? Это я не знаю. Ты вот когда на моба смотришь, пробовала средней кнопкой мыши нажимать? Нет. Попробуй. Он помечается. Так, ну задание реквием мы выполнили.